Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций. И, как обычно, улыбайка, утренняя акция. На улыбание трех героев. Я все никак не запишу эти условия, но я думаю, сделаю это обязательно для того, чтобы новички знали, что как делать. И по поводу конкурсов, думаю, сделаем это красиво и интересно, потому что сейчас я немножко занят серваком. Донастраиваем его. В общем, поехали, смотрим, что у нас сегодня на английском. 9 число скоро должны уже у нас быть плюхи за день замковладельца. Возможно, сегодня будем уже знать, что там есть. Ну, сказали, что сундуки, о каком количестве пока, к сожалению, неизвестно. Такс. Смотрим, что у нас интересного есть. Ну, рынок, честно говоря, такой себе. Лепят одно и то же, ничего. Ну, в принципе, до обновы ничего нового нет, только удешевляется то, что есть. Так. Runaway, это олени опять есть. Очень кайфовая акция, правда, если повезет. Так. Smashing Twin, хрустальный сундучок. Ну, вот смотрите, неплохая хрусталка. Так, пиратик. Пиратик, наверное, тот же, да. Стрелок Анубис. Пока ничего не меняли, думаю, в этом месяце до обновы должны нам поменять это. Так, окей, с этим понятно. Билд и пак. Что тут нового интересного? Рунки огненькие есть. Можно будет позабирать, поделать 10-е огненькие. Тоже нужная вещь, потому что их не особо много. Ну, у нас, как видите, у нас самое, наверное, хуже. Пак даже хуже, нежели на русском. Как бы там ни говорили, что на русском такое себе, но на английском еще печальный, как по мне. Ну, для меня то точно. На русском я бы скины все уже давным-давно докачал. Такс. С этим понятно. У меня тут еще плюшечки накопились. Надо их забрать. 200 пыльцы. 10-е. 20 сменок. Скиталец. Нифига себе. А, это я брал вчера пак мелкий. Вспомнил. Еще и все не забрали. Пак плюс накопление. Так, сегодня еще и битва гильдий. Да, спамнить у меня нечем. Кстати, если будут супер пэты, это писет, ой, точнее питомцы, придется опять качать. Так, супер пэты. Смотрим, что там у меня. Можно скилл поднять, в принципе, 1500. А давайте поднимем ему скилл, чтобы он же тоже был на максималке. Займемся прокачкой. Ну, как прокачкой? 3 раза жмакнем по левелу. Дальше на мид ему не хватит. Надо будет им еще атрибуты покачать. Такс, окей. Поехали дальше, поехали на немочку глянем, что у нас на немке. Немка, Тайвань. И бежим на русский за 450. Быстренько сделаю. Надо еще кучу дел сегодня поделать. Я все забываю заходить в этот календарь. Просто тупо вылетает. Я еще и зашел не под своим аккаунтом. Ладно, посмотрим, что тут интересного есть. Мы вчера здесь ролили базар пакеты.
принципе, ничего такого нового нет. Вот новый пиратик. Ладного призрака добавили сюда, скин на Афинку. Тоже, в принципе, неплохо. Так, давайте заберем. Ничего себе, я ему нормальный подгон сделал. Один осколок. Все, теперь он мне должен. Так, накопление. Такое себе. За сам. Больше ничего не поменялось. Ну, здесь после 10 где-то поменяется. Побежали на Тайвань. Вчера много ролил, поэтому с аккаунтов не попереходил. Такс. Лисичка 80 осколков уже. Ладно, ее дешевле всего на русском собрать все-таки. Так, есть такая вот акция. За найм, за ЗПшки. Кстати, очень крутая. Она есть только, к сожалению, на Тайване. Есть возможность собирать за значки почета, за роллинг. 100 раз поролили значки почета. Понанимали синий-зелень. И в итоге получили 10 осколков огненько. И это раз в неделю идет. То есть 4 недели, 40 осколков за месяц. В принципе, довольно-таки неплохо. У меня не хватило запашек. Вот раз. Плюс еще посмотрите, какие вы расходники получаете. 15 карт сменки, коробки. Я считаю, это реально очень крутой подгон. Если 150 сделаете, еще 3 сумочки получите. Тоже, в принципе, неплохо. Неплохо. Круто даже. Для бездонатов вообще супер. Это сделали, потому что здесь добавили за самоцветы возможность собрать зефира. Я это тоже уже показывал и собирал. Реально круто. Так, ну что, поехали на русский сервер. Так, найм редких героев есть сегодня. Что там интересного в нем? Мэри 5 осколков, Барт. Ну, такое. Ну, все тоже все-таки неплохо. Получить некоторые плюхи можно. Так, разбей снеговика. Нету никаких, кстати, халявных акций, смотрю. Парящий. И обычные наборчики. Да, печалька. Печалька. Так, забрали. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Окей, поехали, жмакаем за 450. Чик. Палач, панда, панда. Две панды. Ну, я... Думаю, что вряд ли кто-то сегодня угадал. Потому что панда, двойная, двойные, две панды вряд ли кто-то напишет. Ну, сейчас посмотрим. Так, заходим. Смотрим вчерашний видос. Угадай-ка. Опять 6 вечно кто-то в спам попадает. Ну чего? Не могу понять.
Так, что там у нас? Панда, панда, палач. Притон, летяной панда. Сначала новое давайте. Так, снизу пойдем вверх. Ледяной панда палач. Панда фиолетовая, синяя. Так мы сразу же блокируем. Надо было еще лайк, дизлайк ему поставить. Так, ледяной синий, синяя циклоп. Здравствуй, синий слиз, паладин. Ну, видите, панду я сотрю, многие угадали. А вот то, что будет панда-панда, реально сложно. Панда-циклоп. Русский параша там коллекционер. Это видели, видели. Ну, я скажу так, я вчера ролил многим нормально. Ледяной инженер. Да ну, две панды, я думаю, это нереально угадать. Ну, реально, конечно, но это должна быть удача, уровень бог. Когда сервер? Сервер запущен уже. Вчера ночью бегали. Пятнадцать человек угадали панду, но не две. Так, все, надо будет сегодня сесть записать условия новые. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты, ставьте лайки, все зависит только от вас и от вашей удачи, и не знаю. Я даже не знаю, что. И это рандомчик, и Custom Clash. Всем удачи, всем пока.